запишу вас для газеты «Открытая линия». Да? Да. Нет, не боюсь. Не боитесь? А вы уверены, что здесь лед промерз достаточно? Или нет? А вы все время катаетесь? Нет, я второй день катаюсь. Вчера здесь много народу каталось, поэтому. Уже недели три мороз стоит минус все время. Я думаю, это мерзается такое время. Ну, я думаю, что здесь в середине где-то метра три, наверное, глубина. Да, я думаю, больше. Больше даже. Ну, там вот с той стороны у края, там вообще вода. Если туда дойдете, там метров 5 или 7 от берега вода. Ну там слив какой-то теплый, да. Там же не очистный, а водозабор там. А здесь, ну, вроде бы так. Ну да, нет, ну я вот боюсь по характеру даже встать на лед. Мне кажется, что я провалюсь сразу. Да, представляете. Здесь вчера человек 50 каталось. Мы пришли хуже, бежали за коньками. И никто за безопасностью не следит, я так понимаю. Ну то есть, ну вы понимаете. Это как в деревне. Пруд замерз, и все погнали. Я, между прочим, никогда не обращал внимания, что ли, но мы сколько прожили, никто сильно-то не катался. Здесь никогда. Раньше не катались, да? Я с ребенком здесь все время колесила, ну, гуляли мы в этой парке. Никогда не катались, ни одну зиму. И вот эта зима первая, кто-то расчистил просто. А вот эти полыньи, которые рыбацкие, они есть? Они их наделали? Нет, я просто есть. Не вижу. Еще есть, да? Вон они две, видите? А, кстати, да, они чуть-чуть подмерзли, это тоже достаточно опасно, вон вижу. Да, все, спасибо. А как зовут вас? Катя. Катя, а вы здесь, где живете? Здесь где-то близко? Ну, в центре там. А, в центре. А вообще каток какой-нибудь еще в городе работает сейчас? Не знаю, залили, работает или нет. В прошлом году был возле школы. Ну, сейчас я иду, котенок.